Добрый день, коллеги. 20 апреля 2024 года. Так у нас виноград в Ленинградской области. Снегом замело. Ночью было минус 4. Сейчас 2 часа дня. Снег особо не тает. Призаборной теплице. Зимнем, хотя я так до сих пор еще и не снял. Потому что неделю еще не планирую. Покажу здесь с весенним разгоном теплица. Вот здесь состояние такое, вот. Пузырь очень помогает, пленочный. Вот здесь у нас Прима проснулась. Это мускатного шахтинский. Столетие только-только начинает просыпаться, но столетие обычно так всегда не спеша просыпается. Вот все уже подвязано к проволоке верхней. Это у нас тасон. Она тоже еще почка только-только просыпаться начинает кое-где. Здесь у нас потомок ризомата. Блестяще повеселее уже. Видно уже двойные и тройные почечки. Надо будет обломать завтра. Плюс еще как раз время для первой подкормки. Где-то 50-60 грамм карбамида, мочевины, на ведро воды и на один куст. Плюс еще можно гуматами пройтись. Хорошими. Там иркутский гумат хороший. Здесь Аладдин тоже уже проснулся. Это у нас Гарольд, самый такой активный по росту. Ну, то есть кое-где уже видно, даже, по-моему, соцветия появились. Это у нас Химрод. Киш-миш. Кое-где просыпается, видно, почки у него, но пока еще не активная. И красотка. Я ее здесь коротко обрезал в этом году, так как места не хватает Химроду и Гарольду. Потому что у меня еще есть куст за домом. Я тот подразогнал, поэтому здесь места буду отдавать больше этим кустам. Здесь земляника тоже активно уже, где появились уже соцветия. Сейчас покажу там, где не было разгона, теплицу. Это большая теплица. Она, кстати, более теплая, чем та, но была без весеннего разгона. Но здесь состояние юбилейного черкасска. Почки только кое-где проклевываются. Она подвязана сейчас с проволоком. Вот. Ливия. Тоже почки появились. Это у нас Надежда Азос. Спит. Хотя находится в середине, должна была. Здесь более место теплое, чем с краю. Это у нас Ландыш. Тоже почки только пушатся. Академик Авицба. Вот видно, тоже кое-где почки проснулись. Ближе к голове. Там у нас Аркадия и Ромбик. Ну, примерно в таком же состоянии. Так что эффект разгона, конечно, налицо.
явно идем быстрее, учитывая то, что у нас очень холодно еще. Не знаю, когда начнет только потепление у нас. Малыши тоже не сильно хотят расти, хотя находятся под двойным укрытием здесь. У них и пленка, и спанбонд 60-й. Но под пленкой, кстати, очень так плохо тоже держит его. Вот видно, малыши, конечно, быстрее всех Гарольд развивается, он уже там тоже выкинул соцветия. Томаты у меня здесь, некоторые черри уже находятся неделю. Тоже, в принципе, неплохо себя чувствуют. Вот. Сейчас даже по забору саженцев на неделю перенесли, потому что очень холодно на улице. Так что такая у нас весна. Всем спасибо. Вот еще хотел добавить наши зимние пейзажи. Снег не то, что выпал, так еще и подморозил его. Наледь такая. В теплице достаточно тепло. Даже не переживаем за сохранность. Так, малина тоже у нас тут была уже. Листья выкинула, но похоже подморозила ее. Так что вот такая весна в Питере.